Премьер-министр Франции призвал Россию прекратить бомбить мирных сирийцев. Об этом Мануэль Вальс сказал на Мюнхенской конференции по безопасности. Он отметил, чтобы найти путь к миру, Москва должна поступить именно так. В то же время премьер-министр России Дмитрий Медведев пытался доказать, что его страна не бомбит мирное население. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слова российского премьера о том, что в Украине якобы идет гражданская война. У нас есть доказательства, и это не только российские паспорта, которые я показывал здесь год назад. Это спутниковые снимки, видео дронов, видеоразведки, свидетельства украинцев, которые живут на оккупированной территории. Тысячи российских солдат. Обо всем этом мы говорим миру, как о доказательствах российской агрессии. Мистер Путин, это не гражданская война в Украине. Это ваша агрессия. И это не гражданская война в Крыму. Это ваши солдаты, которые оккупировали мою страну. И это не гражданская война в Сирии. Это ваши самолеты бомбят мирное население в Сирии. Все это говорит о том, что мы живем в совершенно разных вселенных с Россией. И когда мы говорим о важных вещах, пожалуйста, простите меня за эмоции. Но когда мы говорим об очень важных вещах, когда мы поддерживаем Украину и сражаемся за нее, то речь не только об Украине и ее народе. Это европейская и всемирная безопасность. Выступление Медведева Порошенко назвал частью российской гибридной войны. Он также отметил, ослабление санкций и начало диалога с Москвой вряд ли остановят Россию в Крыму и на Донбассе. За сутки в зоне АТО ранения получили два украинских военнослужащих. Боевики продолжают нарушать минские соглашения, обстреливают позиции наших войск, в том числе и на Луганском направлении. Террористы активизировались после непродолжительного затишья. Бойовики застосували міномети калібром 82 мм по наших позиціях в районі Кримського та Новозванівки. Також одна збройна провокація з використанням стрілецької зброї та гранатомета відбулася неподалік міста Золоте. На Донецькому напрямку незаконні збройні формування активізувалися в районі Донецького аеропорту і насамперед під міномети обстріли попали позиції біля Пісок. В цьому районі за добу бойовики випустили 62 міни з міномета калібром 82 мм. Щільний мінометний вогонь попали позиції біля Красногорівки. Бойовики стріляли з своїх позицій у селі Старомихайлівка із мінометів калібрами 82 та 120 мм. На Маріупольському напрямку найзапеклішим місцем стала Мар'їнка. Бойовики 22 рази обстріляли позиції біля міста. Тут найбільш активно працювали ворожі снайпери, які здійснили 9 потужних обстрілів. Слід зазначити, що за останній тиждень Мар'їнка була однією з найгарячіших точок на передовій. Кроме того, сегодня на заседании СМБО было принято решение временно закрыть контрольно-пропускной пункт в Мар'їнці из-за непрекращающихся обстрілів со стороны бандформирований. $500 миллионов из ожидаемого транша от МВФ направят в бюджет Украины. Об этом сообщают в Министерстве финансов. Всего в нынешнем году Международный валютный фонд выделит нашему государству $5 800 миллионов. Напомним, ранее министр финансов Анталия Рейска заявила, в 2016-м Украина получит 8-10 миллиардов долларов финансовой помощи от внешних кредиторов. День Святого Валентина отмечают обитатели аквариум-парка в Якогаме. Морским выдрам приготовили специальное угощение лакомства в виде красного сердца. Одним из первых его получил самец по кличке Ютан. Я думаю, такие вещи делают человека счастливым, поэтому надеюсь, что люди позволят своим чувствам проявиться. Мы пришли сюда вдвоем с сыном. Это было мило, правда? Да, было забавно. Они так смешно резвятся, даже непонятно, где у них лапы, а где что.
Морские выдры или каланы – очень дружелюбные и доверчивые животные. В японском аквариуме «Морской рай» они единственные обитатели, получающие лакомство в виде сердец перед Днем Святого Валентина.